Кино на ТВ-РУС. Немцы развернули строительство крупного военного объекта. Предположительно, стартовая площадка для ракет «Фау». Командование фронта поручило нам выяснить как можно больше об этом объекте. Задача ясна? Так точно. Так точно. Господин Риттель? Да. Следуйте за мной. Господин Риттель? Да. Вальтер Груббе. Вы собираетесь искать какой-то клад? Вариантов у нас немного. Либо вернуться, либо погибнуть. Третьего не дам. Кто такие? Беженцы. Пошли. Живо, сука! Вы хотите служить в полиции? Да. Жду вас в сквере через 5 минут. У вас есть возможность проникнуть на товарную станцию? Да. Расскажи нам про ракеты, и ты будешь жить. Я все скажу, я все знаю! Это новое секретное оружие. Рейха. Ваши соображения? Мы имеем здесь русского резидента, армейскую разведгруппу и кого-то третьего. Наши бравые жандармы могут вас случайно принять за русского шпиона. А, это было бы любопытно. Ничего смешного, вот-то. Шпионов у нас вешают. Игорь Скляр и Александр Лыков в фильме «Третьего не дано». В субботу на ТВ-РУС.